Новые детали происшествия в Воронеже. Там произошел пожар, есть жертвы. По предварительным данным, причиной взрыва в сауне могло стать нарушение правил хранения баллонов с пропаном. Об этом сообщает региональная МЧС. В результате один человек погиб, его тело нашли при разборе заваров. Также известно, что одной пострадавшей женщине тоже сейчас оказывается медицинская помощь. Ее госпитализировали с срезанными ранами и черепно-мозговой травмой. Как удалось выяснить Лайфу, сауна находилась в подвале трехэтажного административного здания. По предварительным данным, в результате пожара сдетонировали те самые баллоны с пропаном. Произошло частичное обрушение конструкции. Прибывшие на место пожарные спустя несколько часов смогли потушить охваченное огнем здание.